Всем привет! Это канал Agents of Vect. Мы все еще на московском командике «Черная осень 2019». У нас третья игра. Мы играем против команды Serenity, одна из топовых команд. Очень страшно, но как же мы после поражения на них попали? Ну что ж, значит, не такая уж и топовая, значит, нам-то по силам будет. Давайте играть. Меня поставили в первый деф. Ярик, с какой команды мы играем? Serenity. А кто идет в первый деф? Чтобы у них три. Лучший игрок нашей команды. Ей! Решили, видимо, слить, раз я проиграл в тот раз. Ну и правильно, по делам мне. Мне выпали какие-то имперские рыцари, против которых сказал вообще нет, вообще, ну к черту. И снова Astra Militarum плюс Бладангелы. Но мне так стало грустно снова опять проигрывать. Однако я уже научен опытом после прошлой игры и взял их знакомая армия. Что ж, что может быть не так? Я учел про ошибки все прошлой партии, взял открытый стол. Ну и немножко другой план у меня будет на игру. Продолжаем фестиваль пота в Сокольниках. Третья игра. ИГ против нас Владимир, привет. Дарк Эльдары. Гротески Талос, гротески Ракард Талос. Три лодочки, вспомогательный Архонт. Вот он, Варлорд Архонт, Талос Кабалит и три самолета. Владовские парни. Это у нас все Катачаны, Василиск, Огрин, Мартирки, Либра Дред, Капитаны, командир танк, я имею в виду. И у нас в резерве, в дипстрайке, у нас пачка на джампаках. У нас в аутфланг ушла пачка трупсы с каким-то парнем. А где смеш-капитан? Вот он, смеш-капитан. И Калидус в дипстрайке. А, еще Калидус у нас есть. Хорошо. Ну, давай перехват инициативы. Это не оно. Хорошо, тянем карточки. Мы играем следующую миссию. Миссию эту мы тестили в нашем видео, где я тренировался с Тау. Косые стороны, два маркера в твоем диплое, два маркера в нейтральном и два маркера в диплое оппонента. Нужно контролировать два маркера, чтобы получать победные очки. То есть два маркера в каждом диплое. По мейлю тянем 4 карточки, а оппонент нам скидывает одну. В общем, какой у меня план? А здесь у нас присутствует Либра Дред от Бладангелов. Он тоже умеет летать. Тоже нужно держаться подальше от него. Соответственно, мы продолжаем скринить свои самолеты. Я их убрал чуть-чуть поодаль, чтобы когда они пролетят на свой первый ход, они были защищены. Почему на первый ход защищены, ведь резервы на второй выпадают? А потому что Бладокапитан у нас на столе, и он может за стратагему тебе телепортироваться в 9 дюймах от тебя. И он может там, не знаю, при желании хоть два самолета тебе съесть, потому что, ну, они близко друг к другу стоят. Он заявит черджи в оба самолета, потом двойная активация, и вообще жуть, что творится. Короче, держимся от этого парня подальше. А также прикрываем тылы от дропа всяких калидусов и прочих товарищей, которые выпадают из дипстрайка, потому что у нас там есть и отряд хтхшников бладовских на джампаках, у нас какие-то еще катачанцы у нас выходят из аутфланка. Ну, неприятно, будет неприятно. Однако, стол открытый, оба маркера из нейтральной зоны у нас прямо перед диплойкой врага. Он их так хорошо поставил, то есть мне надо будет сбивать тех, кто скорит эти маркеры, потому что очки насчитываются у нас в начале хода, а не в конце. То есть я в свой ход собью этих товарищей, и в начале его хода скорить маркер будет некому. Это важно знать. Плюс я постараюсь как можно раньше уничтожить все минометы, уничтожить чертов Василиск и стараться уничтожать Виверны. Хотя он отжал их в самый угол, так что даже на полном муве мои равагеры до них не дотянутся. Но он подставил нам Василиск, мы будем бить в него. Ну, что-то вроде этого. Как показала практика из прошлой игры, вот этот танк, танк-командер,
его можно спокойно игнорировать. Это я очень зря его боялся. Я прям настолько боялся, что взял закрытый стол против него, себе же во вред. Сейчас я такой ошибки не допустил. Ну, полный вперед. Ребята, гротески, занимаем стол. Мне нужно было сделать Behind Enemy Lines, 26-ю и 4-ю. Ну, еще заскорить 5-ю точку, которая у меня здесь, но оппонент мне это, само собой, убрал. Я здесь немножко так разошелся, сейчас у нас Бладо Капитан сюда придет. Самолетами я стрелял дезами в Василиск, ракетами в мортирки там. Мортирки убили, Василиска уже нету. Понадобились все самолеты, все равагеры. Еще с последнего самолета здесь убили одну мортирку и одну бомбе оставили. И последний вот этот равагер у нас стрелял. Здесь 4 парня убил. Талосы тоже стреляли в Василиск, ничего не сделали. Все, это мой ход. Я сделал только first strike. Ход оппонента. Одна виверна сказала за ЦП: гротески, ходите наполовину меньше. Вторая виверна, куча вот этих вот лазганов, все стреляли в этот отряд гротесков, убили мне 3 базы. И один в 3 вундах остался. Здесь парни вышли, постреляли сюда, ничего, гранату сюда, ничего. Сейчас хотят чарджить, потому что у врага есть Big Game Hunter, Blood and Guts, Behind Enemy Lines. Танк со своей большой пушки стрелял в равагер, на равагер повесил минус 1 тухит, всего 4 вунды с него сняли. Более-менее жив пока. Бладо Капитан что-то не стал никуда прыгать. Сейчас будут черджи. Вот эти парни хотят почарджить этих кабалитов, чтобы сделать Blood and Guts. Здесь парни убили. Зашли ко мне в деплой. Сделал Blood and Guts и Behind Enemy Lines. А, сейчас надо равагерами в ответку пробить. Я в дюймик не вошел. В дюймик не вошел, хорошо. Да, действительно. Да, мой ход. Для меня полной неожиданностью стало, что за вот той хатой со шкварками вышли 5 хлопцев и начали валять по соплям моим кабалитам. Я не знал, что они там есть. Я не посмотрел, я не проверил. Вот, ну, просто пришли и все дело. Я бы так принял меры, чтобы кабалитов моих не убили. Жаль. Бладо Капитан не стал к нам прыгать пока что. Либра Дред пока то, что тоже к нам не прилетел. Но в общем и целом на открытом столе мне сейчас дышится полегче. Все мои дезинтеграторы целые на свой ход. Я сейчас буду продолжать стрелять по пехоте и стараться сгонять ее с точек. Второй ход Дарк Эльдар вместе с черджами. Здесь мы немножко отъехали, здесь Талос подошел, стрелял в скаутов. Вместе с Архонтом даже 2 убили. Здесь у нас ополовиненный мув, мы бежали на 8. Здесь у нас, блин, тоже на 8 бежали. Ничего хорошего. Так, здесь стрелялись с самолетов. У нас сбили отсюда отряд скоринговый. 2 парней отсюда убили, здесь 1 парня убили. Вот эти вот все Талос. Вот здесь мы убили отряд, который скорил точку. Вот здесь с равагеров убили отряд. Оставили последнего, он скорил точку. Ему автопроход морали, пришлось отменять все, с точки сбили. Здесь Талос оставил 1 парня после ХТХ. Blood and Guts я не сделал, но парень убежал по морали. Я что сделал? Я пока вообще ничего не сделал. Я скину секьюр 4. Да, ход. Точки я не держу. Нет, внимание. Я держал в свой ход здесь. И так, и вот здесь. Я с нее убежал. Я молодец. Второй ход, здесь Калидуска вышла, из пистолета бахнула 2 морталки в Архонта. Здесь приземлились джампаки. В общем-то и все, здесь немножечко все пришло. Этот на себя скастовал квикининг. На танке у нас плюс броня, дымы и, ну, как-то так, да? Здесь парни все прошли. Все стреляло вот в этот отряд гротесков. Нам съели 4. Сейчас будут черджи. Здесь у нас парни причарджились. Кто? Дредноут бил.
пробил чего-то. Здесь я перехватил архонтом, зарезал калейдуску. Ах, джигит! Дальше у нас вот эти парни вот здесь кончили нам всех трех гротесков, которые оставались. Здесь капитан урыл мне, по-моему, одного гротеска в ответ. Гротески собрались в кучу, включили варежки, съели капитана. Вот эти парни здесь. Первая активация. Оставили Равагер в трех вундах. Здесь одну дырку внесли. Понадобилась еще одна активация, чтобы добить этот Равагер в трех вундах. И они его добили. Получили Big Game Hunter и еще какую точку? Не, я скинул Defend. И скинул Defend пятой вот этой точки. То есть одну миссию выполнил. Да, да. Одну миссию. По крайней мере, выполнил. Ну, молодец. Отлично. Переходим к ходу Dark Eldar. У меня все еще Behind Enemy Lines и Blood and Guts. Кстати, Blood and Guts я выполнил. Сейчас. Там This Turn или... This Turn. Да, согласен. Мой ход сделал. Да. О, это что? Это моя первая карточка. Еее! Ну что хочу сказать, я внимательно слежу за деплоем противника, я сбил все юниты с его точек, он не контролит нейтральный деплой, он не контролит свой домашний деплой. Я на начало своего второго хода домашний деплой контролил, а под конец хода я с точки взял, да и ушел. Вот я какой молодец, то есть на следующий свой ход я очко победное не получу. Плохо. Маэль не прет. Ну, все, я, то есть, опять настраиваюсь примерно на 12-8 где-то. Ну, очень, очень плохие у меня прогнозы. Я два хода не могу выполнить вообще никакой Маэль. Я там поднял срач, потому что я видел стратагему, где за 2 кп можно сбросить всю руку и вытянуть новые карточки. Но мне никто не давал это сделать, потому что никто не знал, что это за стратагема. Это, когда я приехал домой, я выяснил, что это стратагема из рулпака ETC 2020. Но, по-моему, было логично, что ETC 2019 уже прошел, надо к 20-му готовиться. Правильно? Правильно. Но нет, это, видимо, логика только моя. Ладно, забили, играем дальше. Еще немного о втором ходе. Очень мне понравился момент, когда Архонт зарезал ассасина. То есть он реролил, он провалил 2 инвуля и реролил их оба. Один за КП, второй за Warlord Trade и не смог сделать. Архонт как раз 5 дамагает. Это вообще что-то с чем-то. Великолепный момент. Чистая удача. Очень понравилось. Ну и примечательно, что Libra Dread и Blood Capitan отправились бить гротесков, не самолеты. Такая ситуация. Здесь Архонт подошел, стрелял из пистолета. Здесь вот у нас Равагеры разъехались, кабалиты сделали фантазм гранату, тормент гранату, но фантазм гранатомет не попал. Архонт вышел из ИТХ, все парни подошли, rapid fire, постреляли, что-то ничего особо не сделали, парочку убили. Равагеры добили, оставили один релик блейд здесь. Здесь у нас самолеты согнали парней отсюда, тут парочку убили. Значит, здесь у нас убил варлорда, пару вундов на этот танчик. Здесь вот этот самолет убил полковника и убил две базы, две мортирки. Переходим к... А нет, подождите-ка. Вот эти талосы стоял, Libra Dread. И что у нас? Две попадания, два провундил, две шестерки. Здесь два попадания, два провундил, две шестерки. На хейвайрах-то. По Libra Dread-то. Ну, в общем, все, чержи. Давай. А тем не менее, тем временем, Behind Enemy Lines, третья точка, четвертая точка. Третья точка есть, четвертая точка это вот это. Вау, я даже выполняю что-то. Здесь Архонт причарджился, и кабалиты тоже зарезали без шансов. Вот этот товарищ, про которого я забыл в шутинг-фазу и не стрелял им, не дочарджил даже с реролом, собака. 5 дюймов что-то выкинул. Здесь Талос убил только 5, парни прошли мораль, здесь сюда подпайлынились и на Героик Интервеншене не нанесли ни одной вунды. Здесь оранжевый отряд, мы их вообще не трогали, только Рокард кому-то укол поставил и все, но парни сбежали на ледоке, их оставалось трое в отряде.
Здесь убили двоих, по-моему. Я Тамарай за Яриком. Да, и они... А, тут Ярик стоит, сейчас нам придет раздавать пеструнчиков. 14, четвертую точку заскорили. Третью точку заскорили. Да. Behind Enemy Lines на два сделали. Раз и двою, да, согласен. Да. Пошла удача. Ой. Товарищ подошел сюда, перетоптал мне точку, чарджить не стал. Здесь все разбежались, смайтовали. Три вунды, ну что-то, короче, ничего, ни о чем. Может быть, вунду снесли, я уже не помню. Battle Tank стрелял по гротескам и очень плохо. Всего мне убили со всех виверн мортирок одного гротеска в этот ход. Здесь парни вышли из аутфланга, стреляли, убили тут двух кабалитов. Почарджили мне архонта и съели его, потому что второй инвуль был провален на втором броске. И пришло ровно две раны, и надо было две раны отсейвить, но нет. Ни ФНП, ни рерол куба, ничего. Переходим. А, у меня оппонент засекьюрил пятую, стал ее дефендить и что-то сбросил. Я тяну четыре карточки. Я на свой предыдущий ход, учитывая ошибку прошлого хода, встал несколькими отрядами на свою пятую точку, извините за двусмысленность, чтобы на следующий ход начать ее скорить. Но нет, пришли товарищи с Objective Secure из аутфланга. Мало того, что перетоптали мне эту точку, так они еще запинали прикладами мне архонта. Ассасин целый не справился. Эти парни справились. Учитесь у катачан. Ну, зато на передовой дела идут прекрасно. Я продолжаю заниматься своим любимым делом. Отстреливаю персонажей при помощи самолета. Гротески прессуют. Прессуют. Я уже захватил, заполонил буквально вот эти две точки, которые стоят в нейтральной зоне. К сожалению, я снова их не смог их поскорить, потому что пришел Огрин и перетоптал мне эту точку. Зато давление я создаю, и уже как бы чаша весов в мою сторону начинает качаться, плюс у меня попер Маэль. Я начинаю делать много, оппонент делает мало или совсем ничего не делает. Ну, какой-то оптимизм у меня пошел. Ну что ж, здесь кабалиты постреляли, даже с фантазм гранатомета одного убили. Равагеру пришлось стрелять сюда же. Да. У нас все говно, я опять не скорю свою точку. И здесь убили с Равагера второго. И с Равагером сюда две вунды нанесли. Самолеты у нас здесь оставили в одной вунде Виверну. Здесь убили мины, минометы. Да. Будем чарджить. У нас Defend первый. Witch Hunter сделал. И Secure 2, это здесь. После чарджей здесь гротески оставили в одной вунде. В ответ схватили две. Здесь Талосы убили обоих псайкеров. Здесь Ярику две вунды нанесли. Одну вунду получили. Я сделал Witch Hunter, всех псайкеров убил, засекьюрил вторую, начал дефендить первую. Четвертый ход гвардии. Здесь Ярик отступил из ХТХ, парни отступили из ХТХ. Миномет. Собрал манатки, поадвансил 6 дюймов, встал на точку. Все, вот этим мы уф ополовинили. Танк стрелял, двойная стрельба. В Талосов как-то там распределил, Виверна в Талосов. Итого, этот в двух вундах остался, этот в трех. Сожрали кучу стрельбы, задефендили точку. Итого, мы задефендили, скорим дом, скорим нейтральную зону, плюс три victory point. А враг ничего не выполнил, да, мой враг, оппонент, уважаемый. Тяну четыре карточки. Тут я немножечко оговорился, конечно, свой диплой я не скорю, поскольку я там опять облажался немножечко. Ну, там трупса, которая вышла из-за фланга, она стояла очень-то, она эту пятую точку заполонила,
И чтобы ее отбить, свою пятую точку, я в эту пятую точку должен был бы почаржиться. А я со стрельбы их что-то так всех убил, что и чаржить-то не в кого стало. Вот я опять пасусь без своего диплоя. Ладно, нейтралку заполонил. Опять продолжаю выполнять много маэля и начинаю уже обгонять своего уважаемого оппонента по количеству выполненных карточек. Ну, уже очевидно, что удача на моей стороне, и это радует. Все талосы стреляли в виверну. Два самолета стреляли дезами в виверну, и потребовался дезинтегратор с Равагера, чтобы снять последнюю вунду. Здесь самолет, вот этот, убил попа, который там притаился, и про него все забыли. Но я-то помню. Теперь будем чаржить. Это пятый ход Dark Eldar. У нас Defend 4, Defend Tracard, Supremacy и шестую заскорить. Ну, шестая, наверное, пролетает у нас. Здесь гротески дочарджили, доели Булгрина. Здесь Талос доел мальчишек. Тот Талос почарджил Ярика и Астропатов, встал вплотную к танку. Полковник запоил, ну и Heroic Intervention. С Талоса сняли одну вунду. Астропат, тебя сейчас клопнут, давай быстрее. Все нормально. С Астропата сняли штаны. Все, мы выполнили. Defend 4 не выполнили. Supremacy и шестую точку тоже не заскорили. Defendим 4. Пятый ход гвардии. Здесь танк отступил. Сделал приказ full throttle. Заехал сюда, засрал мне defend и дискор точки. Виверна стреляла сюда. Талос-то в последней вунде. Подожди. Да? Кинель, ёбаный дух. Три вунды, короче. Я две провалил, и одна ФНП, он в последнем вунде остался. Все классно. Пятый ход мы не прокинули, игра кончилась. Сейчас будем подсчитываться. Да. А, срочное включение. Короче, нельзя у нас этот приказ full throttle делать, поскольку он вышел из ХТХ, и нельзя адвантить. Соответственно, он мне не засрал эту точку. Я дефенд выполнил. Вот. Короче, мы тут посчитались. Поскольку я держу все эти точки и выполнил гораздо больше маэля, хотя в первый ход казалось не так, я победил 20-0. Денчик, поздравь меня. Поздравляю. Кто пошел в первый дефенд и взял 20-0? А кто? Сними этого героя. Пожалуйста, да. Я командую Dark Eldar'ами. Вот они. Ну, эмоции эмоциями, было очень приятно и неожиданно победить в первом дефенде, особенно армию, от которой я дважды проигрывал в тестовой партии и в предыдущей партии. Конечно, армия, ну, немножко отличается, но в общем и целом, в принципе, то же самое. Приятно отметить то, что владокапитаны здесь меня не так напрягали, они просто... Там был всего лишь один, он взял да умер, не стал мои самолеты ломать. Стоит отметить, что танк у моего оппонента не очень удачно сыграл. Все было съедено безумным четвертым инвулем моих гротесков. Ну и просто выстрелы там не очень хорошие были. Вот. А так, да, берешь открытый стол, вот эти вот минометы, которые тебя парят, трупса, которая стоит на точках за стенками, тоже парит. Все это тебя не колышет, оно все открытое, как на ладони, у тебя самолеты, ты стреляешь, я продолжаю выполнять свои ассасинские функции этими самолетами, сколько я независимых персонажей убил из них. Ух, настоящие ассасины сидят за штурвалом там. В общем, приятно. Отдельное спасибо Гарпу за то, что он вовремя вмешался и подсказал, что вот тут нельзя было так танком-то адвансить. Вот, да, это, без него я бы не справился здесь. Ну, я не думаю, что это там сильно бы повлияло на итоговый результат, но тем не менее. Этот раунд мы выиграли всей командой. И в четвертую игру мы отправляемся в Беларусь. В смысле, мы играем против Минска. Встретимся в следующей игре в четвертом туре. Всем пока!